Здравствуйте, друзья! Наши программы группа ДТП «Череповца» празднует юбилей 5 лет. Слово администраторам. Нашей группе 5 лет. Первый юбилей отмечает Череповецкое сообщество водителей и пешеходов. В день рождения принято подводить итоги. Вот и нам есть что вспомнить. Главное – это, конечно, взаимопомощь на дорогах. Нередко мы оказываемся в сложных ситуациях, когда близкие или родные по каким-то причинам сейчас не могут прийти на выручку. Тут участники группы безотказно помогают коллегам, за что сегодня хотим сказать им огромное спасибо. Не только сложности на дорогах, но и порой настоящие трагедии не остаются без участия и поддержки наших участников. Без счету раз они оказывали материальную, моральную помощь пострадавшим в тяжелых дорожных авариях и происшествиях. Повседневная жизнь группы не обходится без обсуждения важных вопросов безопасности вождения. Так регулярно разбираются проблемные дорожные истории, сложные перекрестки и другие транспортные ситуации. Помимо автомобильных проблем, мы не обходим участием и другие, требующие внимания горожан ситуации. Помощь в розыске угнанных машин, очевидцев, поиске опасных преступников и пропавших детей, помощи организациям по защите животных. Хватает в жизни группы и радостных историй. Участники постоянно делятся какими-то веселыми, курьезными, радостными событиями. Например, хозяин, выгуливающий собаку, прямо из машины, стоя в большой зашехснинской пробке. Часто участники группы спасают на дороге животных. Так дочки полка, так их назвали участники, обрели свой дом. Котенок Лиса уже взрослая и красивая кошка, а Марго готовится первый раз стать мамой. Хорошие истории можно вспоминать бесконечно, но в рамках программы это не уместить. Огромное спасибо вам, участники, за то, что вы с нами, за то, что делитесь с нами новостями, фактами, своими историями. Большое спасибо за помощь, за то, что вы приходите на дороге на выручку к друг другу. Большое спасибо и нашим партнерам, которые не оставляют без участия все наши мероприятия и праздники, помогают в их организации. Отдельное спасибо телекомпании «Провинция» и программе «Мы и дорога» за то, что они дружат с нами и уже так тесно сотрудничают много лет. С днем рождения, ДТП «Череповца». Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся во вторник.